Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. しているようです。もちろんです。わかりました。Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Слушай, да успокойся ты уже. Просто зайдем, поговорим. И уйдем. Ханако-сама, о мачи да. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым, но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Родственные узы. Да, семья. Я должна была быть ее хранительницей, заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль — быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет, не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Думаете, за вами кто-то следит? Мы немного отклонились от темы. Ты принес душегуб? Думаете, меня так просто развести? Думаете, куплюсь? Я вообще-то хочу выйти отсюда живым. Если бы я хотела тебе навредить,
Я бы выбрала менее заметное место для встречи. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Ирасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат... Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Йоринобу... Ханако-сама, соро-соро го-читаку ни о-модори итадайте. Сугу ни сумму ва. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Я должен обвинить Йоринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Мне скоро... Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. И какие, например? Увидишь. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Так и Мура говорил, что Йоринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно. Только недолго. После парада Йоринобу насторожился. Он может что-то подозревать. Пиздуй отсюда! Прекрати немедленно. Стой! У вас все в порядке, Ханако-сама? Со мной да, с ним нет. А, мне пора. У тебя идет кровь. А, бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. А, да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Блять, нам может всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Да, понимаю. И мне это не нравится. Я и сам пока еще... Посмотри правде в глаза. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому
Я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. А по нам? Она предлагала помощь. Слушай, я знаю, что вы с Панам начали мутить. Я понял, не дурак. Поэтому мне кажется, что втягивать ее в наши разборки – это херовая идея. Не повторяй моих ошибок, парень. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Предложение Ханака все еще в силе. Прости, чье предложение? Да иди ты нахуй. У нее есть власть. Это наш счастливый билет. Билет, значит. Счастливый. Окей, я все понял. Ты хочешь ухватить себе побольше на сделке с корпоратами. Вот что я тебе скажу. Мы клептократам не прислуживаем. Разберемся вместе с бестией, как раньше. Мне нужно время, чтобы... До тебя еще не дошло? Как раз времени-то у нас и нет. Что ты там опять задумал, мразь? Это мое тело. Значит, я принимаю решение. Не в этот раз. А, Джонни! Посмотри на себе. Не можешь даже... Блядь, ты опять отрубаешься. Нет, ты еще в мире живых. Пока что. Тише, тише. Лучше не двигайся. Вик? Больно, я знаю. Ты бредил, когда пришел, так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Ага. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство... Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. А как... Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании. Испугал Мисти до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал. И потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело? Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Найти решение проблемы? А что я, блядь, все это время делаю? Что бы ты ни делал, ты оказываешься у меня на столе. Смотри, видишь вон тот столик? Да. А что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина. Подарок от Мисти.
Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? М? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Слушай, а кто бой-то выиграл? О, значит, ты слышал. Он поднялся? Волч. Нет, как всегда. Как это? Это повтор. Я часто его пересматриваю. А чего ты тогда так бесился, если заранее знал, кто выиграл? Хороший вопрос. Я просто пытаюсь понять, когда Волч совершил ошибку. И что думаешь? Он вышел против более сильного соперника. Но все-таки немного странно называть это ошибкой. Вик, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарство и вперед. До победного. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. Удачи. Ви, я слышала, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться... Я знаю хорошее место. Ну что, мне кажется, Вик уже сыт мной по горло. Не сердись на него. У него сегодня заблокированы все чакры, и он выпил слишком много кофе. А у меня тогда что? Наверное, аура меркнет, да? Угу. Боюсь, что да. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то видишь? Выбрались на воздух. Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди.
пока все не обмозгуешь. Побыть наедине с собой? Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Я позвоню по нам. По нам? Просто хочу ее услышать. Очень надеюсь, что дело только в этом. Алло. Привет, Панам. Ты хоть знаешь, который час? Прости, пожалуйста, что разбудил. Ты ради этого позвонил? Извиниться, что прервал мой спокойный сон? Я не уверен, что мы еще увидимся. В смысле? Окей, отлично. Иди нахер. Да нет, я не про это. Определись уже. Я сегодня должен кое-что сделать. Это будет опасно, мягко говоря. Но я должен. Что должен? Это не телефонный разговор. Тогда хватит ныть и говори, где ты сейчас. В городе? Да. Окей, тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди. Я еду. Ты не понимаешь. Я уже не могу ждать. Это связано с тем, про что ты мне раньше рассказывал? Связано. Окей, слушай меня внимательно. Выход есть всегда. Делай вот что. Положи трубку, подыши немного и подумай над тем, что я сказала. Потом можешь позвонить еще раз. Мы договорились? Вместе мы справимся. Но... Не обсуждается. Поговорили? Даже не дала мне слова вставить. Ну и хорошо. А то бы ты еще чего лишнего наговорил. Хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Нет, погоди немного. Я еще подумаю. Предлагаю рискнуть и поставить на Арасаку. Это, блядь, что было? Твою мать, да что ж ты такой упрямый? У тебя научился. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Да, только не психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. Thank you.
До встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Наконец-то. Я согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него в Норд-Оуке. Не можете уехать? Да, о моей безопасности заботятся его люди. Он что-то подозревает? Скорее всего, его доверие ко мне пошатнулось. Не вижу иной причины удерживать меня здесь. Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора. В клинике. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом мы поедем к моему брату в Арасака Тауэр. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. А кто это у нас тут? Это мистер Брайтман. Мы с Джеки нашли его на помойке за клиникой. Думаю, он скучает по Джеки. Не он один. Ты все равно ждешь. Может, тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность — это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное – знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее – это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут! Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Маг. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это 100% Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты – это ваше будущее. Дьявол. У тебя случайно нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол значит подчинение. Потерю контроля – это борьба. Агрессия – зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна – это тайна. Это, кажется, за тобой?
Вот, значит, куда попал секретный прототип Арасаки. Очаровательно. А где ваш Риппер? Гадает на крысином помете у помойки? Все верно. Только что нагадал, что я тебе челюсть сломаю, гнида. В прошлый раз это помогло. Помнишь? Конечно. А еще я помню, о чем мы потом говорили. О конструкте личности, которая может влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы в Арасака Тауэр. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт в Арасаке. Интересное стечение обстоятельств, не находишь? Ты себя переоцениваешь, Хельман. Ханака назначила тебя моим шофером? Ну так садись за руль и вези меня в Норт-Оук. Ну, пойдем. Мы почти приехали. Почему она не звонит? Кто? Ханака? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? В роли таксиста. Осторожнее, слышь? Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. Все в порядке? Доступ в резиденцию закрыт до особого распоряжения. Боже правый! Ты чего, совсем с ума сошел? Что об вас всех? Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Придется прорываться прямо через них. Прекрасно! Развлекайся! Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Я в спальне. Центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Кажется, да, больше людей Юринобу здесь нет. Скорее, я жду. Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Другого пути не было. Из-за этого я и старалась всегда держаться в стороне. Чтобы не принимать таких тяжелых решений. Но теперь... Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я и Хельман — три человека. Ну, два с половиной. Короче, против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю.
Садись. Слишком ли рано пить шампанское? Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Да, у меня с руками все в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. И со всем остальным тоже неплохо. Это неправда. Он отключился в машине. Просто устал. Ничего удивительного. Твоя центральная нервная система отмирает. Лично меня удивляет, что ты еще ходить можешь. Нам надо спешить. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. Он выдержит? Должен. Все нормально. Сюда. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Такамурой, кажется, он был план. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь, как и все они. Я работал в ОВК, но про это место никогда не слышал. Ты не мог о нем слышать. Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения? Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки. И хватит ли у них смелости признать свою ошибку? У них не будет выбора. Речь идет о будущем корпорации. Ее фундамент треснул как раз из-за Юринобу. По крайней мере, Гора так сказал. Треснул. Верно. И никто не попытался его починить. Вы не должны винить себя. Главное, что другие могут меня винить. Идем.
Совещание проходит наверху. Верно. Тогда зачем мы едем вниз? Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. С кем? С отцом. Сядь, пожалуйста. Мне нужно подготовиться. Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Отосама. Коно-хито-йо. Вот это ни хера себе. Вы могли бы меня и предупредить? Нет. Я не могла. Почему? Ви, ты проявляешь неуважение. Зачем я здесь? Серьезно? Благодарности недостаточно. Отосама. Это все. Мы можем идти. Да, пойдемте уже. Почти у цели, Ви. Ты выдержишь? Я чувствую, что скоро загнусь. Давайте быстрее. Да, давайте. Впереди самое трудное. Это ваши люди? Можно и так сказать. То есть? Я не знаю, насколько они верны именно мне. А насколько моим деньгам? Да в вашем случае это одно и то же. Ты всегда до боли искренен. Поэтому я и здесь. Что бы их ни держало, главное, чтобы они стреляли в нужную сторону. Да, но только в крайнем случае. Когда совет директоров решит, что мы несем полную чушь? Если, а не когда. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове.
И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось, слушай меня. Это же всего один остров. И 12 тысяч жителей. Их можно просто переселить. В этом архипелаге еще много островов. Слишком много. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако? Что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Я не позволю вытирать об себя ноги. Ты слышал? Перенеси куда-нибудь свою жопу. Просто неслыханно. Большое спасибо. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Сабура Арасаку убили. А вы даже не удосужились выяснить, как это случилось. Еще раз, кто это такой? Я работал несколькими этажами ниже. У Абернати. И я знаю, что искать козла отпущения – это не та процедура, которую первым делом проводят в случае смерти главы компании. Убийство произошло в моем присутствии. Так что вам стоило бы допросить сначала меня, а потом и самого Йоринобу. Это серьезные обвинения, но голословные. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О. Мисаги хоте то ясуроми. Арасака-сама? Акагуно ю ни мамма то дамасарета ка. И это? Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Махетто, омайга милитектуму сенбенсенсу юрюстейта токи, ватаси ва коитта хазда. Омай нива митцу но моно ва какете иру. Чисин, чисе. Арасака-сама, это он. Аджи-сама, что нам теперь делать? Ханако-но-сидзи-ни-штавай. Возражение? Да что тут происходит? Похоже, кто-то возражает. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Спецназ? Он
нейтрализовать нас. Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тауэр. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юринобу. Он нужен мне живым. Живым? После всего этого? Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Эй, хажиме насай. Татэмоно зентай. В конце коридора будет атриум и лифт. Будь осторожен. Мне сказали, что на этом этаже идет бой. У меня проблема. Они отключили все лифты. Мои люди сейчас отбивают пункт управления. Иди к центральному лифту на третьем этаже. Быстро. Я сняла блокировку. Будь осторожен. Скорее всего, люди Юринобу уже ждут. Я присоединюсь к тебе, когда ситуация нормализуется. Две Тезанейро. 2076. Скоро тебе начнет помогать Нетранер. Участников саммита Затар. Охранники вне игры. Впереди большое помещение. Мой брат поставил там лучших людей. Вы знаете, что делать. А мои нетранеры разобрались с дверьми. Можете идти дальше. Упрощать мне жизнь никто не будет. Дело тебе подумать. Блядь! Адам Смашер. Я так и знал. Куда тебе за меня? Наконец-то Смешер покинул этот мир. Ну, что скажешь, Джонни? Я уделал эту кучу металлолома. Думаю, этого хватит. Слышишь, Смешер? Только попробуй встать. Киборг сраный. Ну как тебе, Джонни? Это за тебя. Я почти пришел. Я тоже. Помни, причинять ему вред запрещено. Помню. Оставлю эту честь вам. У жестоких забав жестокий конец. Ты? Где моя сестра? Сестра, говоришь? Которую
Чуть не грохнули твои люди? Я отвез ее к себе, чтобы уберечь. Я защищал ее. Если ей что и угрожало, то по твоей вине, не по моей. Где она? Скоро будет здесь. Мне велели за тобой приглядывать. Так что давай без фокусов. Каких фокусов? Я все испробовал. Все до единого. А это тебе не нужно. В нем одна пуля, и она не для тебя. Вот. Что ты видишь? Что я вижу? Попытку переворота. Неудачную. Твои люди кровь проливают. Только все зря. Но это скоро кончится. Киото. Дубай. Париж. У них был шанс. Он упущен. Шанс? Шанс на что? Забыть свой страх. Ты что, совсем сбрендил? Нет. Страх. С тех пор, как себя помню, в одном ему нельзя отказать. Он знал, как вызывать страх в людях. Сабура. Однажды он мне сказал, любая ценность – это лишь флаг на ветру, а ветер – это страх. А потом он тихонько дунул мне в лицо. Тогда он ошибся в первый раз. А впрочем, это работало. Его боялись и боятся. До сих пор этих глупцов испугал мертвый дед из коробки. Мерзость. Если бы не ты, я бы все это изменил. Ничего бы ты не изменил. Ты такой же, как он. Хочешь только власти. Власти? Правда. Власти. 50 лет назад террористы взорвали это здание. Да, я слышал. И? Что это дало? Немного. Ничего. Но урок усвоен. Если мало взрывать бомбы, что остается? Самому стать бомбой. Ханако. Нисан. Я Спасибо тебе, Ви. На этом все. Стоп. Еще нет. Я выполню то, что тебе обещала. Ты пойдешь с Хельманом. Ну а вы? Я должна остаться с братом. Пойдем. Посмотрим, что с тобой. Ветреная дама. В каком смысле? Всю свою жизнь с чем-то борешься,
А потом становишься этим самым чем-то. В прямом смысле. Смотри, все получилось. Джонни, Ханака не обманула. Вот смотрю я на тебя и вспоминаю, как мы встретились. И до сих пор вижу перед собой все того же дешевого наемника и мелкого вора, который витает в облаках. Ничего не изменилось. Господи, хоть сейчас не веди себя как мудак. Ты сейчас мне кое-кого напомнил. Прежний Джонни тоже мог с легкостью предать любого. Ему, в принципе, было поебать на весь мир. Погоди-ка. Тебе кажется, что я тебя предал? Хуже. Гораздо хуже. Ты предал сам себе. Имеешь право меня осуждать. Ошибаешься. Биочип перемешал не только наши воспоминания. Границы, разделявшие Ви и Джонни, уже давно, так сказать, стерлась. И поэтому ты можешь мне мораль читать? Я та часть Ви, которая оплакивает Джеки, которая орет на Брижит. Я та часть Ви, которую мучает совесть. А ты, Ви, кто ты? Я Ви, который хочет жить. Вот-вот. Джонни тоже все свои поступки этим оправдывал. Жить вообще гораздо легче, если не оглядываешься назад и не думаешь о других. Просто шпаришь вперед и глядишь смерти прямо в глаза. Ты тут не единственный бунтарь. И не единственный, кто из-за этого наделал ошибок. Нас теперь не разделить. Ты и я одно целое. Если ты решил мне что-то сказать, значит, тебе самому важно это услышать. Просто послушай меня. Я тебе все объясню. А, ты все объяснишь. Ну, давай. Джонни. Я лежу в операционной. Хирурги Арасаки в эту минуту вынимают из меня чип. Ты же знал, что этим кончится. Знал, что придет день, когда я снова захочу жить своей нормальной жизнью. Да не будет никакой нормальной жизни. Они просто сейчас вырежут кусок из нас. И эта пустота останется уже навсегда. Мы так и договаривались. Я остаюсь, ты уходишь. Мы договаривались сражаться вместе и помогать друг другу. Ну да, и мы победили. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ты продал часть себя. Часть нас, корпорации. Оно того стоило? Если тебя парит, что ты снова угодишь в тюрьму Арасаки, то не переживай. Тебя просто сотрут. Ты не понимаешь, что ли? Дело не в Арасаки, и даже не в жизни и смерти. В чем же тогда дело, Джонни? Просвети меня. Дело в принципах, Ви. Только в них.
Даже если ты сменишь свое тело на хром, или всю жизнь просидишь в брейн-дансе, а тебе будут судить по правилам, которые ты себе установишь. Потеряешься, они покажут путь. Расклеишься, они быстро склеят тебя обратно. Это заветы, по которым жил великий рокербой Джонни Сильверхенд? Этому Джонни научился у Ви. У прежнего Ви. Поговорили и хватит. Прощай, Джонни. Помнишь, Декс тебя спросил? Тихая жизнь или лучи славы? Конечно, помню. Жаль, что ты выбрал неправильно. Очень жаль. К тому же многие функции мозга еще не восстановились. Нервные импульсы перенаправлены на нейропроцессор. Это временная мера. Когда мне ждать полный отчет? Я вышлю его в конце этой недели. Еще раз поздравляю с успешной операцией. До свидания. Приготовьте комнату пациента. Я слышу... Красный? Что? Это переходная синестезия. Пришлось создать новые связи в вашем мозге. Меня сейчас вырвет. Где это? Где Джонни? Вам больше ничего не угрожает. Конструкт был удален из всех ваших энграмм. То есть? То есть мы его стерли. У меня что-то с памятью. Как я тут оказался? Некоторые воспоминания утрачены, какие-то потом вернутся. Вам нельзя нервничать. Нейропроцессор и так перегружен. Любые стрессовые реакции ухудшат ваше состояние. Я все еще я? Я умер дважды. Все в порядке. Нет. Я... Кто я? Пожалуйста, выведите пациента. Журнал. Мы не знаем, когда и как начнется восстановление. Удаление опухоли проходило сложно. Труднее всего далась операция на энграмме. Пойдемте. Будет ли корабль Тесея, разбитый и собранный заново, тем же самым кораблем? Мы первые, кому удалось разделить психически взаимосвязанных близнецов. Похоже, даже в Киото, даже человеческая душа поддается... После песни кукушки. Конец. Тоска по Киото. А? Пожалуйста, отдохните. Скоро к вам придет доктор. Иди сюда. Я тебя жду. Сообщает экстренную новость. С
Сабура Арасака до сих пор жив. Он воскрес в теле своего сына. Генеральный директор, скончавшийся несколько месяцев назад, объявил о том, что его сознание перед смертью было полностью скопировано. Оказалось, его сознание поместили в тело его сына и наследника Йоринобу Арасаки. Эта сенсация прозвучала на сегодняшней пресс-конференции. Минасан, ираш, софу айок. Каре очита хана ва эда ни модоранай то итте имашта. Хито ва даре мо моногокоро цуитта шинкан кара си осореру моно десу. Цуи ни, джинрюи сайдай но кьофу га кокфуку саремашта. Ваташи, Сабуро Арасака ва има мусуко но карада о цукай минасан но май ни татте имасу. Ватаси ва кацуте Йоринобу ни сей о атае машта. Каре о айсуру чичи но таме ни соре о кайшите курета но десу. Ватаси ва инай айда Йоринобу ва кайша о хенгак шиоу то икуцука но кетте о кудаши машта га. Коре ва аямачи дешта. Ватаси но шики но мото Арасака ша ва мото но сугато о торимодошимасу. Кеште юрагу кото на най. Цуёй Арасака га каэтте куру кото о яксоку иташимасу. Го сэйчо аригато гозаймашта. Сегодня воистину исторический день. Сегодня технологии сотворили чудо, которое обещала нам церковь. Сабуро-сан. Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. А как же доброе утро? Или у меня хорошие новости? Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. Исследование теменной доли. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Достаточно. Проверка когнитивных функций. Это головоломка. Пожалуйста, подключитесь к устройству. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Какого еще высшего порядка? Операции на энграмме связаны с риском дезориентации личности. Данный тест ее выявляет. Что за приспособление? Оно измеряет скорость реакции зрачка. Что эти тесты должны тестировать? Запуск настройки устройства. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Путешествие. Джонни. Дом. Город. Враг. Не знаю. Принципы. Джонни. Предательство. Я. Yeah. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза.
Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. Что вы вообще проверяете? Уровень вашей эмпатии. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. Что со мной? На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Так, ясно. Данные получены. Какой итог? Посмотрим. Проверка моторных функций. Встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Подключитесь к устройству. А что это за исследование? Пожалуйста, идите. Постепенно ускоряйтесь. Что это должно показать? Я же могу ходить. Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. Уходи отсюда. Новости на 54-м. Я Джиллиан Джордан. Мир по-прежнему бурно обсуждает тот факт, что Сабура Арасака внезапно воскрес в теле своего сына Юринобу Арасаки. Письмо протеста против такого воскрешения подписали религиозные лидеры, известные правозащитники и главы компаний из списка Virtus.to. Это чудовище, порожденное гордыней, технократической спесью и окончательным падением нравов. Вот наша позиция. Захват власти Сабура Арасакой является явным нарушением международного права. Международный суд, безусловно, обязан вмешаться в это. Хотим ли мы жить в мире, где богатые и могущественные станут бессмертными? Где они смогут отбирать у бедных не только средства к существованию, но даже их... Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Жизнь не давай! Жизнь не... Но Сабура Арасака на эту волну возмущения дал решительный ответ. На уступки он не пойдет. Арасака Шанайбу но декигото ни каншите. Гайбу но катагата ни тоя каку юарэру суджай ва аримасен. せを受けることに許可が必要な以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。 殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、
Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. Меня это начинает раздражать. Проверка может показаться утомительной, но ее необходимо провести для блага пациента. Ладно, давайте. Чего тянуть? Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Идем дальше. Подключитесь через личный порт. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Почему я не могу собрать ёбаный кубик? Это я и стараюсь установить. Опять то же самое. Нужны очень точные данные. Ладно, поехали. Настройка устройства. Называйте ассоциацию на каждое ключевое слово. Первое, что придет в голову, понял? Болезнь. Город. Мятеж. Джонни. Я сама. Изменения. Сегодня. Не могу ответить. Завтра. Не знаю. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Данные получены. Можно переходить к проверке моторных функций. Пожалуйста, встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Личный порт. Что, прошлого раза не хватило, да? Начинайте ходьбу. Я сейчас не в том состоянии. Упаду же через минуту. Проверка необходима. Ее надо завершить. Пока все не так плохо. Попробую чуть побыстрее. Увеличить на 3. Я все. Хватит. Остановить. Сегодня тесты закончены. Канал связи разблокирован. Можете позвонить домой, на землю. Привет. Ты, блядь, охуел? Чего? Что случилось? Поудивляйся мне тут еще. Я говорила с Виктором. Ты, блядь, вообще где? Перестань на меня орать. Слышь, мудила, радуйся, что я не могу тебе вдарить. Серьезно, блядь? Где ты? На орбитальной станции Арасаки. Без понятия, на какой. Да мне насрать, на какой! Опять решил в героя поиграть? Ты же у нас крутой! Попросить помочь нельзя было! Как видишь, нельзя.
Так, блять, хватит. Не беси меня. Возвращайся на землю, пока тебя там не угандошили. Рад был тебя услышать. Я тебя тоже, засранец. Давай, возвращайся. Привет, как сам? Привет. У меня такой же вопрос. Я теперь без биочипа. Врачи Арасаки? Да. Я на их орбитальной станции. Ладно. Тогда, как вернешься, заглянешь ко мне? Тебе понадобится полный осмотр. Как там Мисти? После того, как ты пропал, она уехала к родне. Скорее всего, надолго. Прислала открытку из Варшавы. На ней нарисован белый медведь. Передай ей привет, когда вернется. Да сам передашь. Если честно, дела не очень. И что я могу с этим сделать по телефону? Я просто хотел поговорить, Вик. Слушай, ты же знаешь, что насчет поговорить я не очень. А Мисти уехала из города. И что мне теперь делать? Собраться и что-нибудь решить? Мы же знаем, ты вполне себе это можешь. Да. Спасибо за совет, Вик. Так и сделаю. Привет, это Джуди. Я не могу ответить, потому что как раз сейчас пакую вещи. Если ты не знаешь, почему, значит, я решила тебе не говорить. Если ты Ви, я тебе позвоню. Может быть, когда перестану беситься. Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Заявил о причастности корпорации Милитех к смерти своего отца Сабуро. Однако внезапное возвращение покойного босса Сабуро Арасаки, кажется, сгладило конфликт между конкурирующими мегакорпорациями. Кейзуку ва чикара нари. Арасака-ша но кихон ринен дес. Мушико но Йоринобу ва коно котоба о васуре, асетте хенка о мотоме сугимашита. 私が敵味方両者にと続きていた記憶完璧なものを変える必要はないこれが真理なのです以上となりますSabura Arasaka и президент НСША Розалинд Майерс договорились о личной встрече, чтобы заложить основу для сотрудничества. Первый шаг к примирению сегодня сделал генеральный директор Арасаки, выведя из Найт-Сити почти полтора десятка единиц броник. Эй, можно вопрос? Сколько еще осталось этих тестов? Нам нужны очень точные данные. Я так больше не могу. Когнитивные функции.
Головоломка. Садитесь. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Преданность. Нет. Я хочу поговорить с Ханако Арасакой. Называйте первую ассоциацию на каждое ключевое слово. Быстро и не задумываясь, да. Человечность. Хватит. Никаких тестов. Ничего я больше проходить не буду. Встаньте на дорожку. Говорите быстро и не задумываясь. Ви. Дайте мне поговорить с Ханако Арасакой. Сейчас. Когнитивные функции. Это головоломка. Все, стоп, хватит! Сука, ненавижу это место! Сука! Все, хватит с меня! Тебя тут увидеть. Жизнь полна неожиданностей. Кое-кому стоило бы прибраться. Чего тебе надо? Меня попросили поговорить с тобой. Почему они выбрали именно тебя? У меня дурные вести. Настолько дурные, что тебе лучше услышать их от кого-то знакомого. И, похоже, я твой единственный знакомый на тысячи километров вокруг. Похоже, я реально умер и попал в ад. Послушай меня. Операция прошла успешно. Мы сумели извлечь биочип. Но он нанес твоему организму огромный вред на генетическом уровне. Изменил ДНК. Это очень напоминает последствия лучевой болезни. С таким не живут. Значит, я все-таки умру. У нас еще остались кое-какие варианты. Сколько у меня времени? Примерно полгода, может, чуть больше. Потом наступит резкое ухудшение. Период перед смертью будет тяжелее всего. Придется нелегко. Я хочу поговорить с Ханако Арасакой. Боюсь, это невозможно. У нас был уговор. Обе стороны его выполнили. Ты, твое здоровье, твое состояние, Ханако больше не интересны. Ханако Арасака обещала спасти мне жизнь. Поэтому она отправила меня, чтобы обсудить с тобой варианты. Варианты? Какие еще есть варианты? Операция у меня уже была. В корпорации Арасака научились обманывать смерть. Все, что от тебя требуется, это просто нам довериться. Доверился один раз.
И к чему это привело? У нас существует пилотная программа «Сохрани свою душу». Твоему телу осталось уже недолго. В любом случае, его лучше покинуть. Мы создадим энграмму твоего разума и сохраним ее в Микоши. Как сохраним? Я не могу получить новое тело? К сожалению, мы пока не решили проблему совместимости. Как же у вас тогда получилось воскресить Сабура Арасаку? У тебя нет детей. И ультрасовременной клиники, которая занимается только тобой. Откуда мне знать, что это не очередной ваш фокус? Фокус? Откуда я знаю? Может, Арасака хочет наказать вора? Или, может, Сабура нужна еще одна душа для коллекции? Семья Арасака стала равной богам. Ты для них никто. Пыль под ногами. А, значит, это твоя личная месть? Ты всю жизнь вкалывал, чтобы Сабура стал богом, а сам-то остался простым смертным. И в этом мы похожи. Тем более, зачем же мне мстить товарищу по несчастью? Мои хозяева сделали тебе предложение. Давай вернемся к нему. То есть, иными словами, вы предлагаете мне сесть в тюрьму душ Арасаки и надеяться на лучшее? Скажи сразу, где подвох? Все наши условия и гарантии подробно описаны в договоре. Если хочешь жить, просто подпиши его. Вот важный момент. Оцифрованная личность по закону не имеет прав, поэтому договор оформлен как отказ от собственности. Временный, разумеется. Нет, я не хочу быть собственностью Арасаки. В этой программе участвуют известные, влиятельные люди. Ни один пока еще не жаловался. А если я откажусь? Хозяин, барин, твои вещи уже собраны, шаттл отвезет тебя на землю. Ты умрешь еще до начала зимы. Это нелегкое решение, я знаю. Не надо спешить. Подумай. Все, я решил. Я возвращаюсь на землю. Домой. Но там ты умрешь. Прощай, Андерс. Предложение было так себе, но... Ты сделал доброе дело. Ты сейчас вообще о чем? До сих пор... Смерть была для меня неизбежностью. А ты позволил мне принять ее на моих условиях.
Привет, Ви. Как там Земля в иллюминаторе? Я слышал, красивый, но может, про это нам тоже врут, как про все остальное? Я что хотел сказать? Твои импланты сделаны в расчете на земное притяжение. На орбите могут барахлить. Это к тому, что не надо сбрасывать предупреждения об ошибках, ладно? И когда ты вернешься, ну, то есть, если вернешься, я тебе проведу полный осмотр. Может, даже скидку сделаю. Береги себя, Ви. Привет, Ви. Мне все говорят, ты теперь Эсгордо, большая шишка. И как это мешает тебе звонить раз в неделю? Хоть раз в месяц. Мальчик мой, не забывай, с чего ты начинал и с кем. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Микаса эс сукаса. Но се те ольвиде. Аи те вео ви. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шикуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как твои дела? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. А так вообще, кое-как справляемся вроде. Семья постоянно растет, заказов теперь много. Иногда я мечтаю просто нормально выспаться. Но нельзя же, чтобы было все и сразу, правильно? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Позвони, как тебе станет скучно в городе. Я тебя прокачу куда-нибудь. Далеко-далеко. Ну, как-то так. Удачи тебе там, Ви. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви! Слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву. Погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Это Бестия. Я хотела... автоответчик. А, ну и ладно. Ви, у меня такой вопрос. Ты сможешь передать от меня сообщение Джонни? Даже два. Первое. Он нагло разбалованный хер с манией величия. И второе. Я рада, что мы с ним поговорили. Это все. Берегите себя там, оба. Здравствуй, Ви. Как я понимаю, тебе осталось жить не более 6 месяцев. Я не знаю, как ты планируешь провести это время. Возможно, ты примешь решение все бросить, отдохнуть и подумать о смысле жизни. А может, наоборот, продолжить делать то, что умеешь. Так вот, к чему я веду.
Если ты выберешь второй путь, я и мой отец будем рады предложить тебе работу. Мы хорошо платим. Эти 6 месяцев пройдут быстрее, чем ты предполагаешь. Подумай, стоит ли тратить их напрасно. Привет, Ви. На орбиту звонить дорого, поэтому я быстро скажу, что хотела. Мне стало интересно, как у тебя дела, поэтому я разложила карты и... Ох. Шут, Луна и Верховная Жрица. Это очень плохие карты. Будь осторожен со своими новыми друзьями, Ви. Я серьезно.